Сегодня состоялась внеочередная сессия городского совета Белгорода. Повод – заявление о сложении полномочий мэра областного центра Константина Полежаева. Депутаты приняли его досрочную отставку единогласно. Городадминистрацию он возглавлял 3 года. Отставка Константина Полежаева связана с переходом в структуру областного правительства на должность заместителя губернатора, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства. Я считаю, что вместе с вами нам удалось многое сделать на благо нашего любимого города, города Белгорода. Мы активно вкладывали в юное поколение белгородцев, строили школы, создавали новые места в детских садах, открывали учреждения дополнительного образования, мы забывали о старшем поколении, мы привели в порядок дороги, дома, дворы. Это была большая работа, и я благодарю депутатский корпус, команду администрации Белгорода. Я искренне горжусь, что был частью такой целеустремленной, продуктивной и большой команды города. Временно исполняющим обязанности главы областного центра сегодня же назначен Юрий Голдун, до этого возглавлявший департамент жилищно-коммунального хозяйства региона. Определены сроки конкурса на соискание этой должности. Он состоится 12 марта.